утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Что это она там мастерит? Какая? Ой, может, подарочек кому-нибудь? Ой, кажется, я придумала. Я для Жени сделаю какую-нибудь поделочку и подарю ей. Ха-ха, тогда уж ей точно придется свою мне отдать. Так-так-так. Уня, а что ты тут делаешь? Да так, клеила кое-что. У меня для тебя есть подарок. Это бумажный стаканчик. В него можно карандаши ставить, ручки, кисточки. Все-все, это я сама склеила и сама разрисовала. Вот. Спасибо, Веснушка, какая красота. Да, я старалась. Мне так хотелось себя порадовать. И ты меня очень порадовала. А то я думаю, что-то мы друг другу подарков не делали. Да, действительно. Да, ты тоже заметила. Угу. Подарки — это замечательно. Я их очень люблю. И я. А я, может быть, даже сильнее тебя их люблю. Я хочу поставить твой стаканчик вот сюда, на полочку. Так. Ой, а тут еще есть свободное место. Тоже что-нибудь можно поставить. А что? Я не знаю. Если бы мне кто-нибудь тоже что-нибудь такое подарил, я бы этот подарок тоже вот сюда бы поставила. А знаешь что, Веснушка, я тебе тоже хочу кое-что подарить. Нет, показать по секрету. Смотри, что я сделала для зубка. Как это для зубка? А мне? Тебе? Ой, а для тебя у меня подарка нет. Я тебе подарила стаканчик, а у тебя, значит, для меня подарка нет. А зубок ничего не дарил, а для него есть. Это нечестно! Веснушка, но я же не знала, что ты ждешь от меня подарка. Что? Я жду? Да, я ничего и вовсе не жду. Вот. Ну прости, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть. А хочешь, я тебе рамку подарю? Вот, держи. Вот, спасибо, Шунечка. Ой. Почему здесь написано «дорогому зубку»? Но я же ему собиралась это подарить. Ну ничего, я потом вставлю какой-нибудь рисунок, и этого не будет видно, да? Как хочешь. Вот он, мой подарочек. Мой. Тетушка Дарья, посмотрите, какой мне сегодня подарок подарили. Подарок? Ух ты! И от кого же это? Там написано. Вот, да. Дорогому зубку от Шуни? А почему зубку-то? Да это не важно. Просто я еще не исправила. Как это не исправила? Этот подарок, он, понимаете, не мне предназначался. Шуни его вообще-то для зубка сделала. Подожди, сделала для зубка, а подарила тебе? Понимаете, я ее сама попросила. Точнее, сначала я ей сделала подарок. Вот этот бумажный стаканчик. И ей уже ничего не оставалось, как подарить эту рамку мне. Получается, ты просто напросилась на подарок? Что значит напросилась? Ты что, выпрашивала у Шуни эту рамочку? Да не очень-то я ее выпрашивала. Просто намекнула раза два или три. Знаешь, Веснушка, я бы от такого подарка, никакого бы удовольствия не получила. Разве плохая вещь? Вещь-то, конечно, хорошая. Но, понимаешь, получается, как будто ты взяла чужую вещь
и присвоила ее себе. Ничего я чужого не присваивала. Я ей сделала подарок, значит, и она тоже должна мне что-то подарить в ответ. Разве не так? Нет, не так. Подарки делают не для того, чтобы получить ответный подарок. А то получается не дар, а обмен какой-то. Для чего же тогда подарки? А разве ты не знаешь? Смысл подарка в той радости, которую испытывает дарящий. Ну и получающий, конечно, тоже. Да. Тогда я побегу к Шоне и скажу, чтобы она сделала так, как хотела. Подарила рамку зубку. Это правильно. Эту рамку нужно вернуть тому, кому она предназначалась. Ой, хорошо, что я надпись не зачеркнула. Да, хорошо. Ой, от этого решения мне так радостно стало. Даже еще лучше, чем тогда, когда я этот подарок заполучила. Ну так это же здорово. Это значит, что ты делаешь это от души. Молодец, Веснушка. Но сначала давай попрощаемся с ребятами. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго, дорогие друзья. Ангела-хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.